И вот готовый результат нашего перекроя и такой грандиозной переделки необычной модели. Использовали в сочетании с норкой пальтовую ткань, итальянскую, хорошую, теплую, плотненькую, натуральную. Сделали распуск косой, выбрали такой рисунок меха. В качестве застежки у нас кнопки. Это трансформер. У нас отстегивающиеся рукава пальтовые. Не утепляли, так как ткань плотная, ну и этого достаточно клиентке для теплоты. Тем более у нее есть теплые вещи в ее гардеробе на более холодную погоду. Вот такой вот капюшон у нас получился. Он у нас отстегивающийся. Здесь он на пуговках. И опушка у нас норковая. А также здесь в рукавчиках молнии. То есть отстегнул и получилась жилетка. Я вам сейчас чуть позже покажу, как это делается. И можно застегивать доверху наше пальтишко. Здесь мы поставили тоже потайной крючочек для того, чтобы образовалась воротничка стойка и тоже в горло не задувало, когда холодно, дует ветер. Конечно же, у нас есть кармашки здесь. Их практически не видно. Ну, я вам покажу. Карман. Подзоры с пальтовой ткани. И сейчас вам покажу уже без рукавчиков его, как оно выглядит. И вот наш трансформер. Мы отстегнули рукавчики. И получилась вот такая вот жилетка. Вот так вот мехом обработаны у нас проймы. Наш боковой. Все стыковки меха. И вот так вот смотрится спинка. Норка у нас вся ушла из шубы на косую раскладку, но смотрится очень интересно. И вот изнанка нашего пальто. Вот такую мы подкладку поставили. Наша фирмочка, наш фирменный кармашек замша. У нас пристегивающиеся рукавчики, трансформер наш, вот так вот он выглядит изнутри. Конечно, мы поставили красивую вешалку. Такие кнопочки у нас. Сейчас в вторую сторону кнопки вам покажу. Хорошие итальянские кнопки, очень хорошо держат все меха. Мы такие часто ставим. Мы не ставим резинки, делаем вот такие вот дырочки в швах. Ну, то есть, когда ты отстегнул, ничего не видно, никаких резиночек. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будет у нас жилет.